Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Драхман Яхья. В сегодняшнем видео я вам расскажу о 5 способах, которые вам помогут стать невероятным крафтером. И мы начнем. Представим, друзья, что у вас руки растут не с того места, и каждый раз вам нечего подарить своему другу, и каждый раз он обижается на вас. И я вот тебе для этих способов я вам покажу, как стать невероятным крафтером, так и еще, чтобы у вас руки сошли с того места. Способ первый. Научитесь правильно думать. Ведь каждый раз, когда вы правильно думаете, вы получаете отличную информацию и отличные изобретения. Способ правильно думать вам поможет правильно все сделать. И чтобы хорошо думать и правильно, вы обязаны много читать книги, поскольку вы сможете набраться опыта, так еще удать больше благодаря прочитанной книге. Способ второй. Научитесь правильно рисовать. И чтобы вам хорошо начать рисовать, рекомендую начинать с малого. Научитесь рисовать круги и квадраты. Только после этого начинайте научитесь придавать объем. Вот только после объема вы должны научиться правильно ставить тени, ведь все зависит от теней. После того, как вы научитесь ставить тени, научитесь правильно разукрашивать. Правильная световая гамма вам в этом поможет. Учитесь, друзья. Способ третий. Смотрите больше полезных программ по той или иной технике, которой хотите научиться. К примеру, хотите больше научиться по PMH, смотрите больше программ по этой программе, по этой технике, после чего вы научитесь. Способ четвертый. Здесь правильно проделывать каждую мельчайшую деталь. И чтобы этому научиться, вы должны больше общаться с друзьями и подругами, поскольку мозг научится правильно перерабатывать информацию, быстро принимать ее. Ведь все зависит, опять же, как я и говорил, от того, как вы правильно можете структурировать определенную информацию. Только после этого вы сможете правильно ее создать. Придерживаясь этим способом, я стал тем, кем вы видели на том видео, коротко обо мне. И, друзья, все, что требуется с вас, это просто поставить лайк и подписаться на канал и написать приличный коммент. Друзья, я вас верю. Всем пока.